Друзья, всем доброго времени суток, и в этом обзоре мы продолжаем говорить о проекте MRX, который мы ранее с вами уже разбирали, и поговорим, если, в общем-то, уже обсуждать более конкретно, о баунти компании данного проекта, и, опять же таки, не отходя, как говорится, от кассы, сразу же переходим к страничке баунти. Начну с основы, то есть что такое баунти. Это, в общем-то, возможность получить бесплатно токены того или иного проекта. Ну, естественно, что они получаются не просто так, а за рекламу данного проекта в разных, допустим, соцсетях, на, допустим, видеоплатформе YouTube, ну и так далее. Есть, в общем, различные варианты. Теперь конкретно про компанию MRX Bounty. Так вот, с 26 ноября по 30 декабря, то есть чуть больше месяца она будет проходить. Также, соответственно, вам нужно будет создать персональный кабинет, что тоже, опять же таки, немаловажно, и туда будут приходить токены. Также вы получаете задания ежедневно, что очень важно, ну и, соответственно, есть различные баунти-пулы, то есть 500 участников 30%, баунти-пула 950%, 1570%, если более 2000, то 100% баунти-пула. Да, ну естественно, тут опять же такие технические данные, например, что у вас есть какие-то есть, опять же такие пожелания, то вы можете, в общем-то, ну или жалобы даже, да, вот в данную форму их отправить, специально открою, покажу. Также у них есть, собственно говоря, таблица, да, то есть таблицу тоже мы сейчас с вами разберем, и в таблице указаны результаты работы, вот сейчас таблицу мы с вами тоже как раз таки глянем. Ну, в общем-то, здесь все стандартно, опять же, кто участвовал в баунти хотя бы несколько раз, тут представляет, о чем идет речь. Вот, и, соответственно, здесь разделение по разным компаниям, это реферальная компания, социальные медиасети, причем, видите, здесь сразу же указаны количество стейков, да, также это компания подписи, тоже мы видим стейки указаны. Также компания блогов и видео, но она, я так понимаю, что будет подсчитана уже в самом конце участия баунти компании. Ну и отдельно форму для жалоб тоже мы с вами видим. Ну что ж, возвращаемся назад. Итак, что у нас здесь есть, это описание по процентному соотношению, сколько куда уходит. Так вот, на реферальную компанию 30% уходит, на социальные медиа уходит также 30%, на видео, на блогах, на YouTube, например, 25%, на подпись 10% и резервный фонд это 5%. Далее видим описание разных компаний. Вот, что здесь реферальная компания довольно интересная, где, в общем-то, первый приз плюс $2000, да, то есть, соответственно, топ 20 рефералов получает еще неплохие деньги, но это первое место, да, даже 20 место, $200, очень даже неплохо. Вот, ну и видим, что здесь есть подробности, вот специально открою, покажу, да, то есть вам нужно перейти на сайт knowledgebase.mrx.com и здесь идет описание реферальной кампании. Ну, разбирать подробно сейчас уже, пожалуй, не будем. Что ж, идем тогда с вами далее, разбираем кампанию Twitter, тут нужно, чтобы у вас было минимум 200 подписчиков для участия, ну и далее нужно подписаться на их, в общем-то, Twitter, как раз таки канал, и далее делать репосты, то есть все в принципе более-менее стандартно, опять же для тех, кто участвует в подобных компаниях, тут в общем-то все как обычно. Далее компания в Фейсбуке, тоже у вас должно быть минимум 200 друзей и тоже вы получаете определенное число долей за каждый пост. Идем далее, компания в Инстаграме, тоже минимум 200 подписчиков у вас должно быть, и опять же таки видим, что различные есть награждения в зависимости от числа подписчиков, то есть если подписчиков больше, то тогда получаете больше и долей, то есть не одну, а две доли. Далее следующая компания, тоже довольно интересная, это компания по созданию статей или видеороликов. Тоже мы видим, что здесь различные, да, у нас есть варианты для ставок, это соответственно от 1 до 5 при написании статьи, да, еще такой большой разброс. При записи видео тоже от 1 до 5, в зависимости, естественно, от качества видео, ну и также для те, кто хочет дополнительные баллы получить, есть еще 0,25 баллов за репост в, допустим, телеграм-канале, что тоже немаловажно. Ну и компания подписей, тоже мы здесь видим, что, соответственно, есть различные варианты, от 2 до 12 баллов вы получаете, смотря какой у вас статус на форуме Bitcoin Talk. Тоже тут, в общем-то, опять же таки, все более-менее традиционно.
Ну что ж, вот такая вот баунти компания, довольно интересная, поэтому, кого интересует, можете в ней поучаствовать, ну и можете, конечно же, изучить другие подробности данного сайта, вот, если вас что-то заинтересовало. На этом буду заканчивать данный обзор, спасибо всем за внимание и до встречи.